на один месяц без виз. Миграционное законодательство Казахстана и Южной Кореи, возможно, претерпит изменения. Ожидается, что соответствующее соглашение будет подписано в ходе официального визита президента Южной Кореи Пак Кын Хе в нашу республику. Он должен состояться в конце этого месяца. Об этом сегодня сообщил вице-министр иностранных дел Алексей Волков. По его словам, всего в ходе визита подпишут 17 документов в сфере железных дорог и транспорта, образования, лесного хозяйства, геологии и недропользования. Это соглашение между правительством Республики Казахстан и Республики Корея о взаимном обмене визовых требований. Обладатели общегражданских паспортов могут без визы въезжать в наши страны на срок до одного месяца. Это связано с развитием туризма, медицины, научных технологий, студенческого обмена